Привет, ребята, и да, новая распаковочка или типа того, точнее, вот эта распаковочка, она будет просто. Я сейчас потихонечку, короче, сгребаю свой приз с Юникона и медленно, но верно подбираюсь к вот этой вот распаковочке. Я, короче, распакую, да, но вы, в общем-то, видите, вот это вот маски, это уже небольшой спойлер, просто чтобы я не доставала лишний раз. Короче, вот. Эта распаковочка, она будет очень сумбурной, потому что вещи, как бы, они еще где-то валяются, и поэтому я не знаю, когда я буду их распаковывать, так что, скорее всего, это будет либо вообще рандомных два видео, либо 3-4 совмещенных вместе, короче, как-то так. Первая вещь, которую я хотела распаковать, это масочки от одного продавца, короче, даже в двух таких вот разных упаковочках. Классненько, вообще, как бы я в шоке, что, наверное, упаковочка стоит дороже, чем эта маска. Первая масочка у нас, потому что, ребят, масок много не бывает, раз уж я покупала тогда черненькие. Я, короче, рассказывала тоже замечательную историю в другом своем ролике, как раз про упаковку вот всяких ништячков, которые я получила, о том, что... Ну ничего, ничего, ничего. Терпимо. Главное не дышать. Как раз тогда приходила с Нихигана. Точнее, не с Нихигана я приходила. Блин, что я туплю, с Гомеля я приходила. Я там думала купить пару масочек себе с зубками, но за 6 рублей, прям вообще, слушайте, так открывается классно. Надо доставить все упаковочки, потому что упаковочка классная. Это прям вот теплая, с начесом называется. А это, конечно, больше мужская. Это печально. Но можно будет подтянуть тут. Ой, оказывается, оно подтягивается. Слушайте, вообще классно. Короче, на таких этих шпензиков, как мы. С узкой мордой. Это теплая, и я не уверена, что летом я в ней буду ходить. Но вообще ничего, в принципе, ну, неплохо. Хотя вот это, наверное, лучше смотрится. И, правда, вот это вот более продумано с вот этими вот застежками, да. Но это она, наверное, больше такая вот... легкая, оптимальная и женственная, короче, с котярой. Есть замечательная история про Wildberries, что я заказывала с котенком, там, правда, глазик был типа какой-то стразик или еще что в этом духе, но там был минус, что она как бы не особо плотно прилегала к лицу, и она вроде как бы есть, но я вроде как бы ее не ношу особо. Ну, а здесь вот такие вот. И, как я уже говорила, то есть пришла тогда с Гомеля, хотела там купить зубками. И там она стоила за 6 рублей белорусских. Короче, на 30% где-то дороже, чем можно, в принципе, купить на Алике. И, в принципе, вот я тогда домой пришла, купила себе различных масочек. И вот с теми же самыми зубками я купила 3 по цене той, сколько бы мне могли выйти... 2, например, в лучшем случае. И как бы вот такой вот. Короче, и заодно купила вот еще 2 таких вот, и просто подумала, что как бы не скоро у нас что-то там закончится. Мне больше всего нравится, как я показываю без ничего, просто упаковочку, что не скоро у нас закончатся коронавирусы и прочее, поэтому масочек много не бывает. Ничего, такие масочки. Упаковочка прям вообще, упаковочки прям пригодятся прям очень сильно. Особенно косплееру. Вот такие вот на замочке. Прям кучу всего можно сюда впендюрить. Вот. Так что да, есть. Как бы так. Надо себе заводить отдельную, знаете, коробочку для масочек уже. Ну, как бы да, это актуально. Вот как-то так. Еще увидимся точно. И снова привет, ребят. Я как раз опробую, да, типа того, вот этот вот новый парик, который я в свое время по дешевке, получается, перекупила от наших белорусских косплееров для как раз Фреда и Джорджа. И, кстати, вот-вот. Зацените маечку, какая прелесть, ля-ля-ля, милота. Как я уже говорила, буду в этом ролике в абсолютно разных образах.
И сегодня как раз, получается, еще две вещички мне пришли, я забрала. И вот как-то так. Сейчас будем смотреть. Первая вещь — это масочки. И еще останется тогда одна. Одна должна была прийти, но, короче, там своей канитель была, что продавец, получается, отправил не на мой почтовый адрес. Точнее, походу, он просто не отправил и дал трек-номер вообще не мой. Как я уже говорила в своих предыдущих роликах, что как раз продавались на наших этих всех тусовках масочки, которые за охренеть сколько денег. И я решила купить что-то наподобие, только на Алиэкспресс намного дешевле. Сейчас будем примерять. Главное не дышать в этом всем. Да, вообще миленько. Не настолько, наверное, супер утягивает, как хотелось бы, возможно, но нормально, нормально. Тем более мне с зубками больше было на какие-то косплеи, знаете, упоротые. Притом та с картонкой, это без картонки, это снова с картонкой. Короче, все сложно. Я понял. Делаем глубокий вдох и не дышим. А это так прямо в притирочку почти. Забавная. Мне она, кстати, больше понравилась, вот эта вот. И еще есть одна. Вот эта вот. И они разные внутри, понимаете? Здесь вот она с сеточкой, и она как-то приятнее на ощупь. Здесь вот она без, не знаю. Ну ладно, сейчас еще попробую. А эти, они немножечко, получается... Но они вроде нормальные, такое впечатление, что чуть-чуть можно было немножечко ужать бы. Но вообще забавные. На самом деле забавные. А вот, так что теперь масочками я прям вот вообще на все случаи Армагеддона заталилась. И сейчас будем распаковывать, получается, вот эту вот замечательную вещь, которая нам пришла. Это у нас палочка Волан-де-Морта. Я вообще думала, что может быть нам как бы... Точнее, я не смотрела, чтобы оно прямо было с коробочкой, поэтому что придет. Надеюсь, она не порвалась, не помялась, не поломалась. Мне, в принципе, коробки не принципиальны, как некоторые к нам приходили там на стенд, почему палочки не брали, говорили о том, что «а коробочки? Вот нам именно бы в коробочке, потому что, понимаете, это же коробочка». И ты такой «окей, на самом деле, может быть, просто чтобы хранить было удобнее». Но вообще, в принципе, как бы абсолютно по барабану мне, то есть у меня, например, севочки палочка лежит без коробочки, и ты такой «ну лежит и лежит». Ох, замечательный запах Китая. Короче, несмотря на то, что одна вещь нам не дошла, да, вот эти линзы. Я их перезаказала, но не знаю, когда они придут, потому что это тоже хороший вопрос, учитывая, что... Так, я не понял. Она не того оттенка, как бы вообще не того оттенка. Я, конечно, все понимаю, но она должна быть белая, понимаете? Она белая вообще как бы. А если вы ее не прокрасили и забыли прокрасить, то это как бы уже ваша проблема на самом деле. Не, мне это не сложно будет прокрасить, да, по крайней мере, у нас есть база уже. Но как бы денег надо за это меньше брать, ребят, как бы да. Она, в принципе-то, похожа. Здесь, как он ее вообще держал, оно ж неудобно. Я понимаю, что она в ролике вообще не будет видно особо, какая там она и прочее, но как бы не понял. Как бы, что за прикол? Что за прикол с этой палочкой? Как бы, белили-белили, да не добелили, или что? Ладно. Не, я-то, конечно, рада ей, но как бы... Это, во-первых. Во-вторых, здесь краска как бы... Ну, понимаете, вот здесь вот даже если посмотреть, короче, она не очень ровно лежит. Немножко заходит за свои границы. Я, конечно...
посмотрю, сколько это счастье еще стоило, но в любом случае это халтура. Потому что я, конечно, дальтоник, но это не белая палочка. Как бы не слоновой кости, ну прям вообще, ну как бы, сами понимаете, ну как бы, чего слоновая кость, где? Ладно, тогда буду сейчас выяснять отношения с продавцом, как бы. Но в любом случае она теперь у меня уже есть, так что отвертеться особо не получится от ролика, да? И да, как-то вот так вот. Это из полимерки или с чего они тут лепили ее? Тут еще куска как будто нету. Короче, вот здесь вот. Ладно. Хорошо, тогда будем сейчас выяснять отношения. И пока это и все. Пока. Как он вообще ее держал? За что он ее держал? Наверное, вот так вот, да? Но не так. Хотя, кто его знает, может и так держал. Окейшки, тогда я надеюсь, что нам еще придут как-нибудь линзы. И вообще хочу еще заказать свет, который там меняется различными цветами, переливается, да. Ну, посмотрим по поводу вот этой всей ситуации. И вообще, как бы, посмотрим. В любом случае, накоплю деньги только к концу месяца. Ну и там ближе посмотрим, короче. Вот как-то так, ребят. Да? Пока, еще увидимся, может быть, в каком-то другом образе. Посмотрим. Пока. И называется снова «Здрасте». И мы, я надеюсь, уже заканчиваем с распаковочками. Пришли последние линзы. Короче, там целая история была. Я заказала эти линзы у другого продавца. Они не пришли. Ну, вот, как бы такая вот коробочка. И, как всегда, знаете, тот же самый продавец с вот этими вот тыковками. И... смотрите, а что это, брак, типа, да? Потому что они пришли два голубых контейнера. Обычно ж приходит один розовенький, другой голубой. Но вот ладно. Окейушки, я, в принципе, мне без разницы. Подписать можно в любом случае. Левый там, правый, да? Ладно. И еще пришли линзочки. Рассказывает замечательную историю. Заказала, как я уже говорила, другого продавца. Но, короче, он, получается, мне не прислал. И вообще дал мне трек-номер, который как бы в Беларусь, но не как бы не туда, куда мне надо было бы. Вот такие вот беленькие, как раз, как я уже говорила, на Миру собиралась делать. До этого там были, которые белые, полностью прозрачные, а эти вот как раз, чтобы были видны зрачки. Это надо. И можно какие-нибудь потом хоррор-вещички замутить с этим будет. Такое вообще встречается, когда продавцы, они не тот трек-номер тебе кидают, но обычно они потом типа, извиняйте, я типа ошибся, потому что очень много там заказов и прочее, вот ваш. А тут типа вообще как бы мне не отправлялось, и просто приложил рандомный трек-номер, и я когда писала о том, что делать, он типа, ну открывайте спор. Я открываю спор, и AliExpress мне пишет о том, что тут такое дело, короче, по трек-номеру вам пришло, я говорю, вы понимаете, что это не мой адрес, они, ну оно же куда-то пришло, говорите в своей стране с почтой, и ты такой, блин, это вообще нормально? Мы считаем невалидным это. И ты такой, не понял. То есть ты пишешь о том, что вы понимаете, что как бы это отправилось не мне, не в мое почтовое отделение вообще, его забрали. Как бы это понятное дело, что это не мой трек-номер. И мне отвечают, знаете, как для дебилов из разряда того, что ну, пойдите спросите на почте, может быть, уточните. И ты такой, блин, а что уточнять-то, собственно? Короче, ладно. Все-таки потом написала продавцу, все-таки деньги вернула и заказала уже у человека, у которого до этого заказывала, и как бы, ну, пришло довольно-таки тоже быстро снова же, и все пришло, понимаете, все пришло, это очень-очень важно. Небольшое обновление про палочку, кстати, писала продавцу о том, что, хей, как бы цвет не тот, и, блин, вот продавец, это, знаете, очень хотелось ставить «ты меня за придурка не держи», потому что начинает о том, что это очень хорошее качество, вы другого не найдете, все, которые здесь есть, это такие же, и цвет, он просто, понимаете, при разном освещении он разный. Ладно, я понимаю, например, вот основную часть, да, она может быть засвечена, но вот этот вот набалдашник, да, он все равно выглядит темнее намного в реальности, при каком бы освещении ты ни делал там что. И я говорю, ладно, говорю, а вот эта вот покраска вот черная, вот ушлепочная,
это все нормально, они все такого качества, и ты такой не понял, как бы то, что, например, люди писали про какие-то палочки сплошные, черные там, да, что хорошо покрасили, это одно, но вот такой вот, короче, я даже открыла спорт, думаю, ну, сколько там, типа, не жалко, так как она стоила там, по-моему, $6.40, я решила, что, ну, вроде база есть, да, ну, написала там, открыла спор о том, что, ну, хочу вернуть там $2, решила уже слишком наглой там не быть, потому что, ну, мало ли, и написала о том, что как бы некачественно, как бы приложила все фотографии, и говорю, мне придется перекрашивать, и поэтому я хочу вернуть часть стоимости, и продавец начал в этот спор, типа, я считаю это невалидным, оно там, типа, хорошо все сделано, ля-ля-ля, а Алиэкспресс спустя несколько дней говорит, что типа, ок, мы возвращаем деньги. Типа, вы не пришли к согласию, мы возвращаем деньги. И ты такой, я в шоке, я в приятном, но шоке. И поэтому мне вышла палочка там в $4.50, что ли, короче, хей, неплохо, неплохо. Осталось там перекрасить, в принципе, белой краски у меня хватает. Я тогда как раз покупала большое количество белой краски, когда крылья красила на всякий случай. Так что теперь у меня есть белая краска, у меня есть неплохая палочка, и смогу нормально ее покрасить, потому что, ну, знаете, я понимаю, что для косплея, да, но вот эту вот каличную покраску черных вот этих вот, так даже при приближении нельзя будет ничего сделать, поэтому как бы, ну, короче, вот как-то так. Закончилось все-таки все хорошо, так что вот. И еще потом будет отдельная посылочка. Я думаю, ее потом в отдельное видео распаковать. Я заказала себе все-таки, мы насобирали на Бусти, точнее, ну я так с пухты-барахты немножечко ляпнула о том, что хочу себе подсветочку, знаете, которая вот на телефоне меняется различные цвета. Я как раз увидела у Джека в ролике про Эдварда. Там с зеленой подсветочкой у него был, и на закадровых материалах он рассказывал, что вот такую вот купил вещичку, она недорогая, типа, очень хорошо подсвечивает и прочее. Я, короче, нашла такую на Алиэкспресс, думала там заказывать 15 или 20 ватт, потом посмотрела, что 15, в принципе, вообще неплохо справляется, и учитывая, что у меня нет прям огромных помещений, в принципе, я снимаю там метр на метр, да, практически, то я решила все-таки пускай будет 15, тем более, не знаю, буду очень часто использовать или нет, но вот огромное спасибо ребяткам вот этим вот, да, которые помогли мне насобирать. Отдельно, конечно, мне Белочка помогла, да, огромное большое спасибо, серьезно, солнышко. Вот, да. И на сегодня это было все. Так, вам к концовке, вот, я думаю, она была, но если не было, то пока еще увидимся, надеюсь, скоро, пускай вас не покидает вдохновение. И до следующей встречи, ей, надеюсь, какие-нибудь еще распаковочки будут, но как минимум свет уже будет, так что, ты-дынь!